Жив-быў горад. Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава і некалькі хвілін пра самае цікавае і, магчыма, малавядомае жыццё нашых вёсак і гарадоў. Дакументы і асабістыя рэчы Аркадія Куляшова, Івана Чыгрынава, Алеся Пісьмянкова, кнігі з аўтографамі, народныя касцюмы, рушнікі, а сустракае дыназаўр у Касцюковічах у краязнаўчым музеі. На свет установа з'явілася ў чэрвені 1973-га, вырасла з фондаў музея народнай славы, расказвае навуковы супрацоўнік Олеся Панкратенко. В 1990 году специально для музея было построено двухэтажное типовое здание. В настоящее время в музее действуют две постоянные экспозиции. Это зал природы и зал истории. Зала природы, як у многих музеях, элементы мамонта, чучелы живёл, атмосфера лесу и визитовка зала и фигура дитячей тиранозавра. Але бадай галовное – это истории и факты, якими делятся навуковые сопрацовники. На территории нашего района протекает река Бесить с притоками Крупня, Жадунька, Суров, Зубр. Жадунька от слова «жадать». Белорусское слово «жадать». Все очень просто. Ти жадаешь на Жадуньку? Да, ти жадаешь на Жадуньку. Бесить. А бесить от слова «беседа»? Да. Крупня, например, там произрастают такие растения. Крупня. Вот и все. И далеко не ущем. Я шеш на первой зала истории с чекавыми экспонатами. Это фрагменты лепной керамики. Были найдены при раскопках городища Древней Руси в деревне Каничи. Также у нас здесь представлены отдельные такие единичные находки на территории нашего района. Это каменные топоры, мотыги, ядра. Также изделия из кости животного и из железа. В разделе «История средних веков» расположен документ. Это копия документа, в котором впервые упоминается о городе Костюковичи в 1508 году. Документ был найден в Гродненском архиве. В этом году городу Костюковичи исполняется 515 лет. А в разделе «Адукация» представлены уникальные предметы початку 20-го стагоддзя. Это форменное одение наставников. То есть вот эти вот предметы, они сохранились до сегодняшнего времени. Представляете, это раритеты. Наверное, вот этим мы и гордимся, такими вот подлинными предметами. Ну, конечно же, у нас большая коллекция рушников. Но это, я думаю, даже в каждом районе эта коллекция есть. Просто для каждого района есть свои характерные какие-то особенности. В основном у нас изображает растения и геометрические узоры. Кожный рушник, як книга, якую цікаво гартать и читать, докладно займальное читание. Что еще? Есть музеи, картины галерея, зараз у ёй экспозиция «Геноцид белорусского народа. Смуток Костюковицкой земли». А так само ладится выстава живопису мастака урочинца Костюковицкого района Владимира Неприянки. Покуль ещё. До встречи. Жил-был город.